Это ты должен, Мерина, это дрей! Пошла заруба Ауди и Мерса. Я ему говорю, давай! Что случилось? Короче, Ауди, говно! Не газуй сначала, подержи его. Ломай его полностью, сука, это! Мерседес против Audi Aurora, второй заезд. Порву его вам сейчас, вообще! Стой! Стой! Не сразу в сторону! Опа! На всякий случай. А что там вырвало? Это с БМВ. Ты че? Леха, давай, не прояви, давай, красава, давай. Тащи там медленно, давай, давай. Мэль победит. Это мерседесовцы. Стринги на капот натянули, да? Ты покрути, будет крутиться, нет? Нет. Очень хороший. Смотрите, какой нож. Охеренный кизляр. Смотри, у тебя там одна. Блин, Кость, ну как шут это вот так? Да ну как я жарю? Едем на склон, там уже что-то дальше идет. Вот она, красавица. Это конь здоровый. Две аудюхи. Игорь, ты меня слышишь? Слышишь? Внимание, поехали! И новая заруба. Подтягивай, подтягивай. Слушай, ну дай чуть-чуть. Перетянуло, вон сколько уже. Задница закопалась у тебя. Я Игорь, стой, стой. Ломай, говорит, меня полностью. Я ему говорю, давай. А вас газ. Ну все, и погнали. Что случилось? Что там? Нормально. Все нормально. Пошли, все чисто, пошли. Все хорошо. А прикинь, бы открыли, а потом... Лечит, как скание на подъеме. Теперь цепляет Мерса. И вот он на 890. Тонна 900, грубо, берем. Короче, по массе они одинаковые. Давай вперед, через один, да, Леша? Ага. Чехлы какие красивые зато у него. Ему там приятно сидеть. Мерседес с чехлами. Сейчас посмотрим. Вот такой красивый салон. Монитор большой впендюрен. Давай натягивай! Давай, по чуть-чуть вперед! Каждый день из дома так выезжает. Все! Оп, все! Все, все готовы! Леха, ты должен Мерина отодрать! Готово! Слушай, команду! Внимание! Поехали! Опа, 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 опа! Влево-вправо, рулем. А-а-а! Ручками купаться. У нас так дымит-то, а? Фух, грязь такая на Марсе. Во, как он выгорел здесь надо все. Надо японца. Постыть надо, турбины хуят масло.
Здесь еще мы 8. Мама, да он и второй, и третий сделает. Я пошла за руба Ауди и Мерсов. Короче, Ауди говно. В8 Мерсов. Ауди, у вас уже нормально. Ой, уже намерение есть. Пробег за 300, турбина уже херачит нас. Леха! А, Леха! Оставляй, пускай продует. Показуй маленькой, без кому-то еби. Положим мотор Ауди или нет? Нет! Это же Ауди! Сейчас посмотрим. Это самая тяжелая дисциплина. Вот так вот устроим. Гоняет масло. Чтобы сознание водитель Мерседеса потерял. Чтобы вы все сразу разом упали. А потом под шумок утащить. Правильно? Ты видел, какие там шипы? Подойди, посмотри. Слушай, ты на моей Ауди в том году всем орал на камеру, еб тут шипы. Да подожди ты шипы, сейчас он утянет Ауди и сюда встанешь ты. Натягивай Мерседес. Оп! Все стоим. Сейчас Мерседес с горочки его утянет. Все готовы. Второй заезд. Мерседес против Ауди. Ауди готова? Мерседес готов, слушаем команду. На старт, внимание, поехали! Оба. Потянул. Все, утащил Мерс, утащил. Все. Где там твоя дизельная корыта? Все, Игорян потерялся. Давай, подгоняй. Нету блокировок, просто V8. Просто V8 на полном приводе и все. Да. А здесь этот самоблок на сзади стоит же, после... Нет? Ничего тут. Это на пьянке стоит. А у Мерсов же сзади в каких-то версиях подблокировалась жопа, по-моему, если не ошибаюсь. Давайте назад. У них типа есть блокировка? Ну типа автоматическая, правильно? Ну это же он на задних приводах был. На задних приводах. Игорьку труднее будет в горочку. Дифференциал стоял. Это на заднем приводе сзади блокируется. Давай, Павел, скажи еще чуть-чуть, чтобы. Чуть-чуть назад. Все нормально. Канал Audi Quadro. Подписываемся. Во-первых, автомат не переключался. Все новые интересные видео от Игоря. Audi Quadro Family 55. Я сейчас по корпусу стою. Тебе тяжелее будет. Ты на горе, на гору. ЕСП не забудь там. Все, стоим. Но, смотри, как бы, слушай внимательно. Слушай, говорит, внимание. Маша, может, ты не один, два, три. Тебе нужно чуть-чуть как-то расставить. Причем владелец Мерседеса помогает. Здесь другой владелец Мерседеса помогает. Номера скрыли специально, чтобы потом на Авито не узнали, что за машина была. Все, тихо, готовы? Все, готовы. Все, слушаем команду. Audi урон. Бросим Мерседеса. Все готовы? Ауди готовы, Мерседес готовы. На старт! Внимание! Поехали! Утащил Мерс. Поменяйтесь местами. Местами поменяться. Поменяется, будет другой немножко результат. Тут чуть-чуть наклон дороги. Вот сколько девчонок выпало сразу из кузова. Мы там грубо поддерживали. Давай. Суть-то ты, знаешь, как со стороны ходишь? Ну я горд. Я горд. Дай вперед чуть-чуть. Вперед. Да. Давай. Сейчас Мерс в яме стоит. А до этого Игорь стоял на горочке, тот его стянул с горочки. И в принципе идет старт. Тихо. Все готовы? Давай поближе к Игорю. Так, Мерседес против Audi Aurora, второй заезд. На старт. Внимание, поехали! Ну что? О! Давай, Игорек, давай! Рули! Давай! Все,
Сейчас ему поставим, как ты стоял тогда, чтобы все честно было. Ты сейчас горочку был, а мерс на ровном. Сейчас мы мерс подтянем, как ты стоял, чтобы было вообще все показательно и честно. Протянись, пожалуйста. И ты это, Игорек, не газуй сначала, подержи его. Пусть он разгальмуется. А когда разгальмуется, ты тяни его. Ты увидишь по дыму. Медленно его начинай тянуть. Сейчас мы мерса утянем. Еще назад. Да. Вот так Игорь стоял, да. В следующий раз, когда ты в перетягах участвовать будешь, мы тебя садить никого не будем. Я не буду участвовать в перетягах. А, уже не буду. Ну все, теперь в равной позиции. Мерседес стоит в яме жопой. А он где? Смотри, как он стоит. А что вы хуйня занимаетесь? Ёба, какие мы. Честные могут быть соотношения. Ты в прошлый раз здесь стоял. Садись. Он хочет доказать, что ты сейчас выиграешь. Выиграешь. Садись уже. Давай его полностью. Игорь, сразу не тяни. Натяни просто и держи. Все, готовы? Слушаем команду. А потом рви. Внимание, натяжечку. Поехали. О, давай, крути. Блин, не получилось, но Audi и не проиграла. Смотри, он сколько проехал. Смотрите, теперь назад. Там по фишкам. Назад сколько проехал. По фишкам ну надо и было чё? Смотреть. Так ну у нас он, пускай вперед едет. Видишь, он насколько дальше уехал? Ничья. Он вдернул. Какой ничья? Мы в первом заезде победил в ту сторону. А, пошел. Ну в этом ничья. Ну а в этом ничья, значит, что счет? 1-0. Или 2-1. В этом ничья. Просто ты проиграл. Ну ты, по крайней мере, не проиграл. Игорь, что следующий раз победил. Ну, насилование, если честно, сейчас. Мерс могуч. Я думаю, он тяжелее все-таки. Что делать? Вот герой дня едет. Он сейчас здесь, пока яму метровую не выроет, он не успокоится. Сейчас посмотрим, положит он мотор на УАЗе или нет. Виталя, выставили. Поправиться не было. Все, стой. Они все равно так и получат. Они не проникнут все равно. Да. Все, слушаем команду. На старт, внимание, поехали. Смотри-ка, а. Буханка победила! Ломай его полностью, сука, это на! Давай, не подведи! Давай, да, коля! Не, я бензин не буду тратить. Соперников не вижу! Давай! Пошли! Я мост вырву! Сейчас, говорит, мост вырву тебе! Давай! Братан, давай! Все включено. Все включено. Попробуй. Все не выключено. Че, девчонки пошли? Лазику председатель. Второй. И батя спер. За хлебом. Председатель колхоза он, да. Едет председатель. Вообще, я бы боялся в такой деревне жить, если честно. Он красавчик, согласись, да. Реально. Порву его вам сейчас вообще. Стой, смотри, давай не отходим. Заднюю включать непорядочно. Что на месте? Куда тут сюда, вы определитесь уже быстрее. Ладно, ты что, ты так коробишься-то, а? Надо газовать уже. Газовать. Вот это нас строит, надо газовать. 300! Это если со мной. Полторашка, да?
Ну а здесь 2500. В тонну разницы. Ну, батя. Да сейчас Бобку едет. Вообще на все деньги. Я посмотрю, МТшка или тонна лишняя. Сейчас порвут трос, блядь. На старт, внимание, поехали! Масса побеждает масса. У него скорость улетает! Все, хорош, хорош! Какие собаки сцепились, блядь, куда, ё-моё! С ума просто можешь отъезжать! Стой, там стекла, блядь! Это такой дурдом. Мы такие еще перетяги не устраивали. Они просто беспредельные. Ее разломали. Сейчас будет Hyundai против CR-V. Вот эта Honda у нас участвует в последнее время вообще везде. Что у нас происходит в Омске, он везде участвует. Красавчик. На низкой Honda. Смотрите, у нее такой просвет низенький. Все, смотри, сейчас они поедут. Субарист у нас против Honda. На Хундае. Махнул, не глядя. Тесла. 1600-166. Хонда у нас 1,6 весом, 166 лошадей. Тонна 300. Да какие тонна 300? Не может быть. Тонна 350, тонна 300. Это же фольга. Лошадей 137. Корейская фольга против японской фольги. Да, давай натягивай. Автомат, механик. Все, стоп, стоим. Тихо. Смотри, сейчас будет. Давай! Газ, баланс, контракт! Давай, контракт, давай! Сука! Дай ей пиздятим! Все, домой сейчас, нахуй! Домой сейчас! Попробуй семечки покупай! Нет, можно? Да, здесь можно! Там два колеса! Да дай ты ей пили, что ты на ее боишь? Да смы ты ей, ёбка! Да вы забыли! Он ничит код, у него блокировка! А чё у тебя только передок буксует? Почему? Здесь жопа! Ну Honda, вон сколько вырыло, вон! Он на четырёх ебёт! Плотно зашёл, да? Да нет, это просто вот отсадник. А где там? Не, я понял, что там. Такая это, четырёх ебёт. Картошка, говорит, садить будет. Вот сюда их надо. Сейчас пойду-ка 700 пригоню, всех перетяну. Конечно. Охоти здесь все, блядь. Так ты, сука, Саркусу продал, куда ты его заведёшь? Тут свет выключи, косточка не едь, нихуя. Да-да-да. Вот, смотри, как пошёл. Сразу, смотри. Дует, да? Дует. Сдали тебя, снимай на здесь. О, давай куда? Давай, Леха, давай. А он на диагоналке стоит. Чуть-чуть назад дай. Давай, заднюю, не бойся. Давай. Все, красава. У нас первые потери. На Hyundai прогорел глушитель. А у нее пизда пригорела. Слава тебе Богу, блядь. Пески металл не выдержал. Не, она уже все, Леха, а ей уже пизда пригорела. Я думал, просто я смотрю белый пар, я думал, это газ, не сразу снаружи. Honda и гелик, шутка. Капец!
иди сюда, сука! Жёлтый! Пиздец! Пиздец! Иди сюда, пиздец! Я откуда есть у нас? Блядь, два куска! Привет, привет! Пиздец! Куда ты там? Иди сюда! Пиздец! Как ничего нет? Нет, здесь американская свобода, демократия. Нету? Да. Это первая модель черка. Freedom, если нет. American Freedom. У тебя просто автомат старый, архаичный и мощный, сука, мотор. Даже сколько там момента у него, не знаешь? 400. 400? Нормально. Было с завода. Было с завода. Так. Подожди, тогда может уравняем немножко и гелик. Если без блокировок предлагают тебе ехать, Олег? Без блокировок. Он не будет без блокировок. Без блокировок. Не поедет? Не поеду, просто я не буду жечь дифференциал. Ага. Нет, ну смотри, то есть как... ты заблокировал жопу и перед, да? А между всего не трогал? А между так не получится. Ага. Там блокируется середина, потом жопа, потом перед. Другого алгоритма нет. Подтягивай, Олег, чуть-чуть. Сейчас полетит снег с колеса. Я лучше отойду. Должен гелик утащить. Ставки ставим. Народу все больше и больше собирается. Уже местные пришли вон. Да на льду там неинтересно. Мы вчера пробовали. Он даже выехать не может. Все, стой здесь. Нормально. Хоть держался, не слетел. А он медленно крутил. Три блокировки. Понижайка. Плюс хороший скилл у водителя. Ты же на понижающей, да, вот вообще? А тут третья карта. Не, если без понижайки, тут нечем тянуть. Ну, тоже на понижайке так. Ему постоянный привод и понижайка. Никаких блокировок. Все, да. Все это нечестно, резина разные водилы, разные машины, старые там и так далее. Да, да, да. Все, второй заезд. Готовы, Олег? Участники? Готов, Олег. Раз, два, три! Поехали! Все, и сразу зарылись. Зафиксируем боевую. Да ты газуй, бейте. Потом второй раз, еще раз попробуй. Все равно ямы скидывает. Их начинает таскать влево-вправо. Да. Еще девушка. Перетяга, и дальше еще девушка. Еще две девушки. Осторожно, осторожно. Самая боевая девушка. Так, эта аудюха у нас еще не участвовала. Новая, с тигром. Ну, у нас есть ML, которые говорят... Это и есть 163 кузов. Это соперники. Тогда берем ML. Поедешь? Пашка, конечно. Ну, все, пиздец. Давайте там, не порыть этот слайд. Там. БОшные вот эти все. Стой там, значки поправьте, там вот это все там. Смотрите, Паша, вот опять стоит. Так, у нас подъезжает две Ауди. Так, а в какую сторону? У Игорька не член шипы. Посмотрим, как себя чувствуют после асфальта всех. Месяц он уже откатал на них, даже больше. Пока все вроде на месте. Которые я нащупал. Все держатся. Все 290 шипов на месте. У тебя тоже 290? Больше? 258. Нет, у меня 290. Ну я по паспорту читал 258. На этом размере больше. Нифига, тут уже этот самый катализатор. Круто, круто, круто. 100 рублей на тебя поставили, не победишь, все, 500 откажешься. Вот это стимул. Даже без трасса. Игорь! Вот, стоит, стоит, все, держим. Держим на тяг. И там не ходи, а то оторвет тебя. Оторвет тебя воронка. Новый прицелик. Так, готовы, участники, посигнальте. Ну чё? Давайте! Раз, два, три! Опа, опа, опа! Вот стоп, так стоп, вот! Игорь, всё, успокойся! 500 червонок! Давай пятихатку, я на него ставил! Ну, скажи мне, какой-то Борис,
Что лучше, Audi или Subaru? Да? Сейчас Audi в данном случае. А ты пробовал? Она может много раз так делать. А Subaru не может, да? Subaru много раз не может. Subaru мотор греется сильно. Большая нагрузка на мотор. Вот что делается. Это на механике машина. Поэтому она сразу закапывается. Вставай, вставай, вставай! Рулем крути, рулем крути! Все, свои! Успокойся, все, хорошо, Второй, что вы раскочегарились-то? Это битурбо, это нормально у них. У них две турбины снизу, очень синий горячие. Дым? Да. Масло в турбину идет, а турбина с выхлопом. Потому что так не должно. Да, сюбористам не понять, масло в турбину. Проедут 300-400 на заводском моторе без ремонта. Точно такая же хрустлявка на время. У меня не было синего дыма. Пиздешь. Во как копался. Что стоим, БМВшники? Заводим свою гонку. Я бы позорной смертью погиб просто под колесами. Разрыли, капец, подъезжает МЛ. Вот так вот. Белый, погоди, стой. Специалист по МЛу сразу появился. Смотри, как на Мерседес подъезжает, да. Сразу же мерседологи скопились в МЛ. Может, я если не размажу? А если не размажут, мы скажем, что это не считается, и мы этого не видели. МЛ-шники придумали все. Так, если не размажут, то нам литр вискаря ставишь. Все, все. А что вы поставите? Литр вискаря. Войдет? Да, должен. Главное, чтобы пролез. Я про жестко не крутил. Так, а где еще? Ну, я принцессия, хорошо крутится. Силы против BMW 4.4, 320 лошадиных. Разница 100 лошадиных. Пойдет, а? Ну, это мы не поможем. Все будет нормально. Масса одинаковая, на 100 лошадей больше. А V8. Ну, момента здесь 440. Да, здесь момент большой. А там 315. Они оба чебучены на все деньги. Все, давайте, все хотят зрелища. 320, 3.2 против BMW 4.4. Посмотрим, кто кого отымеет. Сейчас, кинем одеяло на всякий случай, чтобы ноги. Не дай бог. Так на Мерс-то надо тоже на Кирилл. А что там вырвало? Это ж BMW. Ну что? Да хорош уже, может, курток я дам свою. Блин, она дорогая. Да, чтобы Мерседеса усилитель бампера не оторвал. Все, включили там все свои передачи. Да. Давайте, пацаны. Это просто битва. Видите, здесь сейчас Мерседесы и BMW. Вот прочеры, короче, прям встали друг напротив. А он вниз с горки стоит. Да, потом поменяемся. Раз, два, три. Леха, давай, не прояви, давай, красава, давай. Давай, BMW, давай. Давай, Бэха, давай! Тащи, там медленно, давай! Красава! Давай! Но здесь он победил! Даже в горку победил! BMW выиграла! Вон подтянула! Вон сколько перетянула! Вот она, победа BMW, победа! X5 с одеялами, красава! Давай назад! Она не едет, блядь! Тонируйте, хоть не тонируйте, бампера убирайте, них поможет вам! BMW сила, да? Ясен хуй, нет. Сила! Ясен, буханка, тут хлеб вози дальше. На ней хлеб только вози. УАЗик, УАЗ закопался. Нет, УАЗ! Вытащит вам мост, нахуй! Если он его дернет, он опять в яму. А что не поменялись-то? Теперь Лёшу надо вот сюда остановить, чтобы он не в яме. Лёха, вставай сюда. Лёха, вставай сюда, тебе сказали. Но я, может, лечь сюда ещё. Ложись, как это. BMW с одеялами, красава. Вообще, красава. Ну вот.
Будем считать, что тот заезд у нас победил БМВ. Пацаны, все для вас. Ну и что, он сейчас левым колесом на снегу стоит. Тот на земле стоит левым колесом, а этот на снегу. Мы не будем сейчас плакать, что у Мерседеса мотор там на два горшка меньше, на 100 сил и на 100 момента. Мы не будем сейчас говорить. Подожди, что ты с неба съезжаешь? Что с неба съезжаешь? Говнобаги копаются. Видел, с неба съезжает, да, сначала? Мы победим. Это мерседесовцы. Штринки на капот натянули, да? Давай, топни эту. Так, кого-то надо вперед, посмотрите, чтобы... Добро. Я с Лехи труднее будет, он на снегу правыми колесами. Да-да-да, опять читерят, видишь? Смотри, кого вперед надо протащить, чтобы в яму не упали. Этот сейчас ямку провалится и там останется, а тот загальмуется на правыми колесами. Неправильно, этому надо было проехать. Не, у него колесо, смотри, подожди. Вот, я не буду стоять. Не, давай так попробуем, Саня, а потом поменяем. Яму у него преимущество будет. У него преимущество. Ага, начинают на мерсовода. Преимущество. Не, Дима, начинают. Не, все, давай, погнали. Вот нахуй туда поехал, стоял бы с нами. На хагане боят. Вот зачем, сука? Дальше! Дальше, давай, газуй! Пацаны, готовы? Пацаны, вообще, ребята! Все, отходим от машины! Сука, на педикаре! Два! Три! Закопался! Бэха закопалась! Да-да-да, я говорил! Бэха, она, блядь, закопалась! Это я говорил! Неправильно выставили машины! Заедьте, победила БМВ, признает победу. Леха, красава. Все. БМВ выиграл. Давайте третий, финальный владелец Мерседеса хочет. Пусть местами поменяются тогда. Да, 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 да. Хорошо. Разворачиваемся. Сейчас, подождите, вас отцепят и разворачиваемся. Литр вискаря не выиграл. До снега. Все, стой. Вот сейчас Бэха утащит. Да? И стоит и вниз, и на земле. Мои поздравления. Давай, показывайте. Начинается. Что вы друг друга это время хотите? А он тяжелее же, чем Ауди. Он тяжелее, но у него полный привод хуже, чем у Ауди. Ну тогда можно попробовать. Ауди-то еще с BMW не ездила. Да смысла не вижу. Тратить бензин. Я хочу уже закончить. Собачью свадьбу снимает. Так ты в защите, в броне, чего боишься? Че творится, ребята? Там УАЗик, бампер рвут. Лёха, чуть вперед, дай. Все. Тяни его. Чуть-чуть вперед. Конец Мерседесу, конец, все. Хорош. Фишки. Че за фишки? Фишек нет. Он все равно проиграет, ему не надо никуда ехать. Потом выставляем БМВ и вон тот шубай. Не, нечестно. БМВ будет на тонну. Ну да. Я на льду уже пробовал с тонной. Я вообще только маховик из цепа поменял, я не буду тянуться. Можете там хоть второй обосраться, блин, эти хейтеры. Все, готовы, участники? Леха, готов? Все, давайте, парни. Раз, два, три. Давай, Леха, давай. Покрути рулем. Эх, копался, Мерин, копался. Эх, копался Мерседес, сука. Успокойся, ты все, спаси. Все. Паш, давай назад. Пашка, назад, все, хватит. Хватит. Леха, не разбирайся! Это называется стоп. Просто боевая ничья! Отдайте назад что-нибудь! Боевая лучше! Все, все, они говорят, боевая лучше, пацаны! Нет, все для вас! Что там делаешь? Нормально! Стоит и думает, на мне вообще Субару рулит, и все. Нет, здесь Субару не рулит. В этой дисциплине Субару не рулит за счет массы. Вас уже засадили надолго. Сейчас его придется снимать. Следующая дисциплина у нас — это продольная яма. Вот она. Так, уходите, он сейчас туда прямо поедет.
машина-то не влетит. Надо Ниву убрать и Мерсу тоже. Борит, боксер, борит ее. Песца. Все, поздняк. Поздняк. Он уже поехал, все.